Здорово, грязаны! С вами Евген, канал Бриолина Маня. Сегодня я буду обозревать очень большую банку. Объем этой банки составляет 250 гребаных миллилитров. Она просто огромная и очень тяжелая. Мне кажется, если ее кинуть в кого-нибудь, можно даже так сказать. Короче, сегодня обзор шмир на водной основе суперсильной фиксации. Бриолин Шмир – это линейка Бриолина от компании Rumble 59, которая занимается всякими рекабельными штуковинами. И вот такая вот консистенция, чуваки. Ну и прежде чем я начну вмазывать, хочу сказать огромное спасибо ребятам из магазина Barber Lab, которые дали мне эту банку, а вам дают скидку 10%. По промокоду GRIZZ. Ссылочка в описании. Акция действительно до 5 июля. Ну что, поехали мазать. В общем, я уже высушил волосы феном на объем. Кстати, небольшой лайфхак. Если вы хотите высушить волосы, чтобы они прям торчали и стояли, да, нужно сушить вниз головой сначала горячим, потом холодным воздухом. Ну, это если по-простому. Вот. Ну, в общем, из такой большущей банки, ну, грех не вмазать много, поэтому сегодня выпуск для тех, кто любит мазать много. Я уже, как видите, изрядно его поюзал, но там еще полно. Во. Начнем с такого количества. Стирается он прекрасно и расходится вот такой вот паутинкой. Не знаю, видно? А, во. Ну, друзья, как вы заметили, если на банке написано Knüppel Hard, ну или экстра сильная фиксация, или Firm Hold, да, я обычно делаю объемные прически, сегодня будет не исключение. Пробуем сделать что-нибудь очень объемное. А знаете что? Да, можно пробовать расчесать. Ну, опережая этот момент, скажу вам, что расчесывается она прекрасно и не совсем быстро засыхает, что как бы водникам обычно свойственно засыхать, а тут... А, в общем, она долгое время не засыхает и полно времени, на самом деле, чтобы смоделировать прическу. Для этого я использую Afropeak. Здоровый. Ну, нравится мне, удобно. Ну, после первого расчесывания смею заметить, что став достаточно мягкий. Хорошо ли это или плохо, ну, вот помп на самом деле неудобно. Хочется даже вот еще вмазать, потому что у меня уже достаточно все длинно. И я прям жду не дождусь, когда начнет схватываться, станет пожестче. Так, ну, в общем, как-то так это получилось. Совсем высоко не получилось. Об этом я скажу чуть позже. А, в общем... Смотрим крупняк. В общем, резюмируем. По поводу нанесения я уже говорил, все достаточно просто. Но хочу сказать, что не мажьте слишком много им. Ну вот, вообще слишком. Еще больше, чем я, не мажьте, потому что может пойти комочками. Я не знаю, с чем это связано. Вот. А теперь по поводу фиксации. Ну... Заявлен Knüppel Hard, да, то есть экстра сильная фиксация. Здесь я на самом деле готов поспорить, потому что, ну, засыхает он достаточно долго, и как такового вот строительного материала, да, то есть такой текстуры, когда вот волосы прям начинают торчать вверх, как обычно бывает с экстра сильно фиксирующими средствами, я здесь не заметил. Так что по фиксации я могу сказать, что это обычный средний сильный водничек, который не очень быстро подсыхает, дает вам время уложиться. В принципе, даже легко поправляется. А, небольшой лайфхак, кстати, чтобы помада побыстрее подсохла и перестала блестеть. Потому что здесь блеск, как бы он поначалу достаточно долгое время есть, но потом, когда высыхает, он проходит. В общем, чтобы убрать его как можно быстрее, можно посушить уже уложенные волосы, да, или расческой как-то их моделировать и сушить холодным воздухом. Тогда она подсыхает и блеск уходит. По поводу смываемости, все просто, водная основа смывается просто водой.
запах. А, ну, с запахом здесь как бы все достаточно простенько. Что-то такое цитрусовое и сладкое. Либо мандарин, либо апельсин. Мне кажется, ближе к апельсину. Запах долго не летает и абсолютно ненавязчивый. Ну, про блеск вроде уже сказал, да? То есть поначалу блестит, потом перестанет. А финальное резюме. В общем, по поводу фиксации, ну, видимо, у немцев такие волосы, и для них это считается экстрасильной фиксацией. Вполне такое возможно. Но в моем случае так не случилось. Но я не могу сказать, что эта помада мне не понравилась, потому что на самом деле она классная. Зацените хотя бы объем этой банки. Да, как я уже говорил, 250 мл, по-моему, это прекрасно, хватит надолго. И тот момент, что она имеет пластику, в отличие от водников в духе вот Firm Hold, да, то есть тоже экстрасильная фиксация Suavecito, который, да, то есть он высыхает в адскую корку. Здесь такого как бы нет. Хотя и суависитовскую корку я тоже прекрасно поправлял с помощью воды и афропика. Ну и она достаточно универсальна. Все-таки это помада на водной основе, классическая помада на водной основе. Вы можете сделать сликбэк, помпадур и так далее. То есть, ну, я, в принципе, даже делал Elephant Strunk. Вот сейчас вам покажу фоточки. Напоследок напомню вам, что не забывайте писать комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео, и ставьте лайки, а также проходите по нашей промо-ссылочке и получайте скидку в магазине Barber Lab. С вами был Евген Хонкитон, канал Бриолина Мания. Пока, до новых встреч! Oh,